Сердечки. Оборочки будут? Да. Вот там. Буду сердечками оборочки. Да, вообще будет. Все будут такие веселые. Это будет конвертик. Вот. Конвертик. Вот. Так, вот на пирнике вот эту я постирала, мам. Сейчас я его увижу. Ага. Ну, завтра. Сегодня я снимаю. Конечно, завтра. 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 Ты же две, да, сегодня надо, а завтра уже будут оборочки, да? Сегодня здесь оборочки, а тут надо ждать мне наволочку, чтобы была сухая. А, все, я поняла, хорошо. О, боже! Ну, на сапожки лягла. Будет холодно, да? Уткнулась только, что я ее спугнула носиком вот сюда и лежала. Горяченькая батарея, да? Горяченькая, Лунечка, да? Горяченькая, ой, тепленькие батарейки. Людины Батфорды красивые, да? Да, тебе так легче, маленькая. Луняша, Луняшечка, да что ж такое, хотела глазик вытереть. Да, моя сладкая, да, 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 ну все, ладно, не трогай, не трогаю. Смотрите, смотрите. Люда, она батарейку лапкой трогает. Луняша. Луняш, тепленькая, тепленькая батарейка. Только берет. Только на моем. Может, давай я уберу их. Может, убери, Люда. Где-то я досталась. О, тебузю мой, нет, нет, никто не заберет тебя. Смотри, смотри, никто нет. Можно, можно, зайка. Ой, тебузю мой. Ой, ты моя холёсия. Да, 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 да. Все там. Ля-ля-ля-ля-ля. Ты решила интернетом поиграться? 40 градусов. Луня, сколько ты уже взрослая, ля-ля-ля, кошачка ты, Лунечка. Постирала вот эти вот их не да, покрывала. И видно, плохо выстирала, все равно запахи свои чувствую. Да, да, да. Степа дома? Степа, не знаю, был дома. Повернись, пожалуйста, к нам. Как ты себя чувствуешь? Ох, у меня колени крутят. Колени тебя крутят, да, слышишь, Люда? Ну, а сейчас супик будешь, антибиотик выпьешь. Ой, колготки, вот, да, подними, пожалуйста, колготки. На, и вот это. Вот сейчас я пошла заканчивать суп. Пошла. Ой, боже. Колготки несу маме Вере. Они чистые, просто я разобрала, они это самое, скажите, я вам скажу, рваные. Это подвязывать огурцы. Вот, с чердака достала игрушечки. Вот такие вот игрушечки. Да сколько они лет лежали там, боже мой. Вот это вот из старых вариантов. Это дешевка все по 5 когда-то. Людочка еще была маленькая, по-моему, покупалась. Ну, это не стекло, это какая-то фигня. Шишечка была старая, перчик, да, по-моему, разбилась. И ничего такого нет. Ничего такого нет, ребята, но все-таки это все стоит денег. Что-то красненькое можно и украсить. Это ведро чистое, это просто оно старенькое уже, пластмассовое. Это я с чердака сняла. Ой, это гирлянда была когда-то. С моего детства. Вот с моего детства какая-то бутылочка. Вот это вот еще старенькая такая. Ага, и шишечка с моего детства. Вот. Людочка такое любит. Шишечка. Космонавт еще есть. О, видите? Тоже с моего детства. Космонавт. Так, что здесь еще? Еще одна шишечка. В общем, приоритет. У нас есть много новых игрушек, но я просто достала. Пускай Людочка что-нибудь выберет. Этот уже я покупала много лет назад в АТБ. Так, была в аптеке. Оставила почти 800 гривен. Что ж такое? Плохо дело. Позвонила там знакомой девочке, доктору. Сказала, что на скорой заедет. Говорит, буду со смены ехать. Говорит, заеду, послушаю, говорит, Людмилку. Ой. Ну, у нее
всегда хроническая ангина. Гланды. Гланды мы ей вырвали, ей было 27 лет. Нет, 25 лет. Мне гланды удалили в 10, ей 25. Да что ж такое? Фух. У нее сейчас вот эти вот, как называются, ребята, узлы, вот эти как узлы. Лимфа воспаленная. Очень сильно. Так, короче, поехали. Господи, что ты дрочишь? Не, ну, блин, я не понимаю, или едешь ты, или не едешь. Быстро ехать, да. Ну ты дядя, дятел. Фух. Так у меня были лекарства, уже все попитые. Ой, кстати, можно ждать ей этот антибиотик другой. Сейчас я позвоню, спрошу антибиотик, ладно. Антибиотик антибиотиком. Все будет добро. Ничего страшного. Так, зеленый, да? Зеленый. А мне красный. Стой, жди. Дядя с тетей здесь. Стойте, ждите. Так, девчонки, заходила только что я в мясной магазин. Утки 180, куры 220 килограмм. А утки как-то называются, интересно. Какой-то такой... О, боже. Какое такое название интересное. Все, я могу ехать. Спасибо. Господи. Спасибо. Наконец-то. Капец. Короче, мне некогда. Я поехала. Все, до свидания. Буду я еще ваши светофоры ждать. Вообще, ну еще не спала. Буду на светофорах еще стоять. Город пустой. Никого нет. Понедельник. Раннее-раннее утро. Как мне это бесит, когда она болеет. Потому что я ей говорю, Люда, одевайся. Одевайся. А, яйца подорожали. Яйца 69. Уже не за 57. Мясо, естественно, подорожало. А, мандарины в АТБ, клементин 70. Яблоки Гала, раньше были 12, сейчас 18. Виноград, ну виноград, кому он нафиг тарахтелся. Ну, все равно, 78 гривен килограмм. Масло сливочное радует. Купила 72% за пачечку 250 грамм за 26 гривен. Акция. Дофига, видно, привезли или что, не знаю. Хлеб появился, вот этот вот, как его, бюджетный. Я беру черный, по 25 с изюмом и с тмином. Покупаю через день. И беру вот этот вот, который по 6 с чем-то, как он, социальный. Кстати, с яйцом гренки делаю, нефиг делать, девочки. Так он не заходит, нет. А вот греночки порезала, яйцо с молочком и гренку. Карбонатик взяла, сейчас Людочке пожарю. Хочет в духовке. С яблочком. Сделаю. С чесночком, соевым соусом. Сделаю. И супа надо наварить. Потому что голубцы уже не хочет. Ну правильно, ей хочется что-нибудь такого жидкого. Ладно. Что там наварить? Поехала я. Дому до хаты до рідної мати. Нашла еще, полезла на чердак, игрушки елочные там понаходила, красные шары. И нашла две маленькие подушечки в пакете были. Я не помню, с каких соображений я их убрала. Сейчас я их постираю. Вот. Мама пошьет опять наволочки одного цвета. Почему так на подушечки упали? Ну, любим подушки. Да, во-первых, а во-вторых, девочки, я была в Юска, подушечки маленькие, по 250 гривен, без наволочек. По 250, по 3. С наволочкой, да, красивая, по 500.
Людочка любит подушками обложиться. Пускай. Так, у меня сегодня будет курочка, ну, естественно, куриный бульон больной, а здоровым ко мне сегодня гость должен заехать. Хочу немножко носка приготовить. Купила вот такой вот карбонатик. А на соли, потом в конце соевый соус с чесноком. В общем, будет хрустящее вкусное мясо. Так, супиком покормила. О, а это будет не вечер. Я за 15 минут до окончания накрыла фольгой. О, смотрите, чтобы они были сочные. Вот так. И не ужарилась, не сушилась. А будет сочненькая-сочненькая. Сейчас остынет, и я переложу в красивую посудку. И со своими вкуснейшими помидорами. Вот так вот. Может, картошку еще запеку, не знаю. Вот так. Красота получилась. Где-то минут 40 я подержала. Проткнула, смотрю, все нормально. В общем, у меня еще и голубцы есть ленивые. Есть у меня вот такие вот. Забыла, стегну. Суп с гречкой. Людочка, с удовольствием. Много зелени, с удовольствием. Поела, но высказала свое фе по поводу гречки. Мясо и гречка, это не ее еда. Но, так как она приболела, это очень полезно, полезно. Надо. Я сама, честно говоря, гречку не люблю. Не люблю. Сегодня я муки докупила. И как-то говорила, что хочу сделать Наполеон. Ой, купить Наполеон. Потом подумала, ну а что покупать? Я что, сама не смогу сделать Наполеон? Смогу. Значит, смотри, это гала. Я покупала в АТБ. Тоже не такие желтенькие, это с красным. А, вот же тоже гала. Это тоже гала. Смотри, как она отличается. И клементин мандарины. 68 гривен. Там у нас лекарства, на носочки. А что ты носочки? А? За мной повторяешь. Одинаково. Взяла мне вещи тут. Ну, я же уснула, Людочка. Взяла, разделась, я раскидала все вещи. Она меня положила на простынь, на горячую. Сама спала, Людочка, там. Я ночью ушла от того, я наголо разделась. Я мокрая от Людочки. Людочка мокрая. На наволочках, на подушках. Ты узнавала за покрывало? Звонила кому-нибудь? Никому мне звонить. Надо просто еще раз сделать заказ. Давай сделаем еще раз заказ. Ну, надо ж, Людочка. Ну, я хочу покрывало это стеганое, красивое. Так, ты антибиотик выпила? Да. Молодец. Молодец. Таблетку тоже. Маринка мне пишет. Наташа, ты что? Говорит, какое молоко? Там какие-то таблетки написала. Так вот, хочу сказать, Марина. Не могла я в нее впихнуть это молоко. Тебя ищут. Меня ищут, а ну. Кто там? Белочек. Верочка. О, елка. Смотрите, какая елка. Это, ну я пока так, это я сниму. Я постирала все. Главное, что верхушка есть. Я постирала елку. Это та, которая на чердаке была. У нас же есть снежный дождик, правильно? Ну, вот сделаем нежным дождиком. Гирлянд много понаходила, но не все, я их повыкидывала. Нет, не рабочие. Девочки, лежала на этой кровати, я ж года два, нет. Ну, короче, два года назад мы купили эту кровать, да? Ну, полтора где-то. Не этим летом, а тем летом. Я не помню, война уже была, да, по-моему? Да. Вот. Так, такое впечатление, что ты лежишь на подиуме. Она такая высокая. Я тоже хочу такую высокую. До потолка, до небес. До небес. Что это скандалист? Степашечка? Ну, собачка, Дотя, собачка. Что ж ты хочешь? Да. Вот тебе и праздники.
Сережки. Красивые. Что там на работе? Наверное, звонили уже 100 раз, да? Там все нормально? Уже пооблазила. Справятся без тебя, надеюсь. Или по телефону все решают? В общем, поговорили. А? Слушай, неужели такое еще носят? Как называется? Как называется? Пайетки, да? Угу. Вот это черная красивая. Вот это вот на меня. А? Мала. Это мала будет, да, я знаю. Вот это будет на меня как раз, но такое не надо мне носить. Не знаю, куда такое вообще носить. Подожди, мам, я ничего не понимаю. Мне надо вот тут замер, правильно? Ну, талию померить, да. Вот это талия, правильно? Ну, да. 30 сколько? Ну, правильно, это от шва до шва, да. 37. Что 37? А, 37, значит, умножай на 2. 64. 37 талия. А, ну, Люба сама разбирается, да? Угу. Бедра где? Вот это? Ну да. Бедра. Да, вот здесь правильно, да. 44. Угу. Маленькая. Это тоже юбка будет на меня. Потому что у меня попа 100. Талия у меня 80. Длина. Вот это красивая, конечно. Майкл Корс, да? Мам. Майкл Корс. Да. Просто у меня была замедленная съемка, я не сняла. Ой, красивая какая. Вау. Ну, куда я буду носить? Ну, это вместо елки поставить на швабре и все. Все юбки. И будет гореть огнями. Ну, 34. Очень хорошо, если Любочка их продаст. Бедра вот тут, да? Да, Людочка. 40. Не тяни же материал. Что ж ты? 42. Подтягивает. 42, наверное. Да, там 42. Швачки. 68. Так, талия 34. Может такое быть? Там 37, то 30. Ну, 34 умножаю на 2, 68. Конечно, может быть. Напишу 35. У Люды совсем другое видение. Да. Игрушки принесешь? Я хочу разобраться. И, в ведре. Да, я сейчас буду. А у меня еще есть. Будешь прям сейчас... Люда, ну полежи, какими игрушками будешь разбираться? Чтобы посмотреть хочу. Там нечего смотреть, там одно фуфло. Так, ну я, может, раскрашу. Тебе надо выспаться, лечь и поспать. Не хочу. Ты видишь, мне звонят постоянно, пишут постоянно. А выключи телефон. Выключи телефон. Ну, так, у меня РРО, говорит, не закрывается. Как мне выключить телефон? РРО. Ну, разобрался он с РРО? По видеосвязи. Ну, хорошо. Ой, ну холодно, дубарь прямо. Настоящий прямо. Угу. Там они грошики будут. Грошики тебе. Все померила. Ну хорошо, собираю. Она свою талию померяет, это самое. В этом костюмчике. У меня аж 80 с чем-то. 82 чи 83. Как я в этом? Ну ничего страшного. Тебе 74. Ух ты, тоже. Да ну брехня, мам, ты что совсем? Убирай свой камер. А, хорошо, сейчас. А, ну сколько у тебя? Ну я поела. Ну поела, и сколько? Ну 70. Ну 70, ну 70. А у меня 82, прикинь. Жопа сколько. Попы по бедрышкам давай.
Вот там. Большая разница. У меня 101, а у тебя сколько? 93. 93. Ну, где там она у тебя большая? А ну грудь. Это спина у меня сейчас. Сколько у тебя там грудь твоя? А ну грудь, давай, давай, давай. 89. О, 89. Нормальная внешность. 89 это типа футбол. Ты сегодня дом не снимаешь. Это типа футбол. Ну так ты тебя сказала. Тебя снимаю, я буду баловать. Что типа. Меня снимаю. О, а что тебя не снимаешь? Ну что у меня? А у меня что? Я то же самое прям. Мои игрушки, мое богатство. Прям как бутылки с вином. Надо купить красных. О, вот это мне нравится очень. Это мне Ирочка подарила с собой. Это в прошлом году девушка покупала. Угу. Шишки я покупала. Такая разбилась у меня. Жалко. Но она, ну, нормальная. Ну, битые нельзя ложить. Ой. Мне шишечки вот эти нравятся. Это моя любимая. Ой, да, часики. Тик-так, тик-так. Снегалик тоже тут разбитый. А мы его таким привезли. А чего вы привезли таким? Не знаю, может, коткнулся, когда я уже это. Тут не видно. Тут чуть-чуть. Мы не покупали сокнутый. Мы отдали за него дофига денег. Тут еще мальчик, как Венера. Угу. Мы покупали кошечку. С котиком. Котик. Это когда еще Левушка был живый. Левушку покупали. Это Левушка. То есть мені казав, Натаня, купляй два. Так це один теж, він скільки стоїть? Аж 80 гривень. Ух ти! Шкатулка. Ух ти! Ух ти! Більше нічого немає. А я не знала, що ця ігрушка як шкатулка. Як це? В ній тебе подарок взагалі-то висів. Ну хорошо, куди ж на... Я ж тебе достала, говорю, вибери ігрушку, вот, достала подарок. Крас, красива. Не знала. Менше пить треба шампанського. А я шампанського не п'ю. Я тільки водяру глокчу. Ой, яка гарна. Это все мои игрушки. Я хочу шампанское сладкое, а не кислое. Это ты пьешь дорогущее очень. А дорогущие шампанские не все кислые. Так, у меня нет игрушек. Он еще целое ведро, я же говорю. Да то не игрушки. Сама только что сказала. Ну красные, но ты хотела красные, там можно выбрать красные. Не, я хочу красивые. Вот такие красные. Такие. Ой, эта девушка по имени Хочу. Выздороветь надо сначала. Сейчас как поедем, то мандарины, блин, по 100, апельсины по 100, яблоки хорошие, гривен по 50. Это мне нравится очень. Конфеты надо купить. Стеклянная, красивая. Обязательно, чтобы на столе были мандарины, апельсины. Я хочу папайю. Папайю? Да, мне очень нравится папайя. И оливье. Все, что еще нам надо? А 1 числа я стану все приготовить. Кого? Дракончика надо купить. Дракончика купить надо. Доченька, не сиди на полу. Сколько тебе лет? Вставай. Тихо. Таляла. Мама, когда мы будем фотофиоться? Фотофиоться когда будем? Помню, маленькая прибежала в первом классе. Елка в школе. И цирк. Мама, дай мне 5 гривен. Мы будем фотофиться и в цирк пойдем. Фотофиться. Потеряю 200 раз в день. Да. Так ты их никогда не тратила. Тебе мальчики покупали с первого класса. То купят, то купят. Мне жалко. О, надо вот это выпить еще сегодня. В третий раз. Выпей, выпей. Антибиотик пьешь? Это, смотри, Людочка, там есть в моей половине есть кухонька. Там есть электронный чайник. Включила электронный чайник. Люда, я завалишь мне Деда Мороза. Я задолбалась сегодня туда-сюда ходить. Нет, все, я иду в туалет. Все, нет. Я ухожу. Ты сама. Все, гля. Я не буду. Тебе надо ходить. Походи хоть чуть-чуть. Гля. Давай. А, кипятка просто принести? Кипятка тепленькая.
Ой. Ладно. Да, Наташа, вот так выросла. Выросла. Так. Смотрите, я котикам поставила стулья, чтобы они сидели. Теперь здесь сидит Лучик. Лучану, Лучану, Лучик, Лучик. Ой, ты мой сладкий, ты мой хороший. Какой внимательный Лучик. Котя, Костюша, Костюшечка, Костюлечка. Ладно, ладно, отдыхай, 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 мой хороший, отдыхай.